Всем привет! С вами канал «Идеи для дома», и сегодня мы будем обрабатывать муравьиные грядки. Не муравьиные грядки будем, вы не ошиблись, А будем бороться против садовыми и домовыми муравьями. Для этого я купила гель «Великий вой» называется. Говорят, очень эффективная. Сейчас мы попробуем вначале на огороде, а потом в доме. И посмотрим, каков будет результат, мы вам скажем. Здесь у нас такой шприц. Такой шприц, это гель. Шприц такой, наконечник снимаем. Шприц выдавливаем содержимое гель. Прямо там где большое скопление муравьев. И посмотрим, как они их подействуют. Вот мы нашли уже. Нашли. Да. Где? Вот. Вот мы сейчас туда такой корм им дадим. Они съедят и разнесут. И разнесут по своим квартирам. Да. И самое главное, они накормят. О, смотри, как хорошо, смотрите. Матку, которая... Всем рекомендуем такой гель. Да, у кого? У кого есть муравьи садовые и домашние. Эти муравьи. Хоть такой. Я же закрыла там. Вот такой вот. Гель. Видно? Все. Да, Богатырь называется. Великий воин. Ну, вот сейчас они там, вот они сейчас там разносят, потом к матке принесут. И уже будет поменьше муравьев на грядках. Да. Всем пока! С вами был канал «Идеи для дома». Если вы хотите еще больше видео, ставьте лайки нам. Всем пока!